приезжал в картотеке. Это точно она. И мне кажется, вы не понимаете, Сергей Федорович. Тишина! Тишина! Черный большой, давайте найдите. Черный большой. Жена заклятого врага революции. По нашей патриотической картине. Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо? Упреждение мин не менее 7 метров. Вахта, смирно! Вольно! Ну что? Ваше благородие, туман. Сигнал с пограничника охотника давно не видно. На всякий случай покажите еще раз наше опознавательное. Есть. Я у командира дивизиона. Разрешите? Да, что? Все спокойно, Александр Васильевич. Чаю не желаете? Не откажусь. Это Казанская Божья Матерь, если не ошибаюсь. Софья Федоровна подарила еще до свадьбы. Понимаю. А мне вот Анна Васильевна тоже подарила на память. Взгляните. Красиво. Да. Красиво. Да. Разрешите? Слушаю. Сан Васильевич, господа, прошу срочно пройти на мостик. Немец, господа, немец. У него калибр 210 против наших 45. Это Фридрих Карл. Вот тебе и пограничник с охотником. Слава богу, молчат. Почему сбавили ход? Машинная! Почему сбавили обороты?
машина! Почему молчите? Огонь на палубе! Ваш высокородие снаряд! В машинном отделении перебит трубопровод! Сколько времени на ремонт? Полчаса, не меньше! 15 минут! Есть! Александр Васильевич, да. Через 15 минут нас в решету превратят. Да, мы прекрасная мишень. Им теперь не до нас. Александр Васильевич, у немца повреждена ходовая рубка. Заменить первое-второе орудийные расчеты. Есть. Вахтенный. Третий орудийный расчет корабля главного калибра. Да пошевели! Третий орудийный расчет в небе, второй. Есть ко второму орудию! Что, ваше благородие? Хорошо, что мины сбросили, а не то. Что? Виноват. Хорошо, что мины сбросили, а не то бы нам конец. Ваше высокородие, трубопровод починили. Рубку за час не починишь. Сейчас резервную пустится. Александр Васильевич, надо уходить, пока есть время. Мины, мины. Полный вперед. Телеграф на полный. Курс на Пилау. Здесь же наша минная банка. Сергей Николаевич, собери офицерский состав на полубаке правого борта. Есть. Господа офицеры, позади немецкая эскадра, впереди Фридрих Карл. Путь в базу закрыт, поэтому не вижу другого выхода, как заманить немца на мины. Держим курс на Пилау, на нашу минную банку. Вопросы? Есть вопросы, разрешите? Слушаю. В метре от мин не пройдем. На своих же минах, господа, сами себе могилу вырыли. Прекратите истерику, Мичман. Спасение нашего.
Призри в милости и щедротах на смиренные рабы свои, и человеколюбно услыши и помилуй нас. Себо врази наши, воеже погубите нас. Помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас славы ради имени Твоего. Да никогда рекут врази наши, Бог оставил их. Но да увидят все языцы, яко Ты Бог наш, и мы люди Твои, поддержавы Твоей всегда храни, и не присны во веки веков. Вышел на прямую наводку. Ну что ж, все в сборе. Реверс. Пошли домой, идем, господа. Несите шампанское капитану. Есть. Подгурский, возвращайтесь к нам. Свой фант вы уже отработали. Нет, я обещал достоять до конца игры. Подгурский, я уже заказал для вас шампанское. Нет, не надо. Давайте, я прошу. Господа! Господа! Был потоплен боевым товарищем. А что сделать вот этому фанту? Новый мундир. Решайте, Владимир. Выпить рюмку коньяку за победу. Это он сделает с удовольствием. Это точно. Надо что-то посложнее. Пускай тогда кого-нибудь поцелует. Тогда поцеловать первого, кто войдет в эту дверь. Да, только страстно и с чувством. Да. А фанту ваш, Александр Васильевич. Ситуация, Александр. Господа, это не смешно. Первым войдет вестовой матрос, которого я, между прочим, отправил вам за шампанским. Да, как раз в духе военного времени. Контр-адмирал Колчак. Извини, а что, это уже можно? По-братски целует простого матроса. Пока он не вошел, я предлагаю продолжить. Да. Итак, что сделать этому фанту? Владимир, мы ждем. Внимание! А вот и матрос. Где он, Александр Васильевич? Он здесь. Вот вы ко мне и нужны. Иди, иди. Александр Васильевич, меня срочно вызывает в штаб, боюсь не обернуться. Вы не проводите мою жену? Так, знаете, по-соседски, но если не успею. Это Анна Васильевна, моя жена. Да что же?
В чем дело, господа? Дело в том, что Александру Васильевичу только что выпал фант поцеловать первого, кто войдет в эту дверь. То есть вашу жену? Жаль, не мой. Да-да, ступай на свое дежурство, ступай. Александр Васильевич, прошу вас. Александр Васильевич, фанты Александр Васильевич, просим, просим. Потому что правила игры. Ну, Аннушка, ну, фанты. Николаевич от фанты не отказывается. Александр Васильевич, Александр Васильевич, просим, просим, просим. Замужняя дама. Извольте подчиняться. Подчиняться кому? Александр Васильевич. Фанты — это серьезнее карточного столба. Что же про карты-то? Давайте. Анна. Дамы, господа, внимание. Красавица. Ой. Я сегодня, когда подходил к Хельсинфорсу, почему-то подумал, что обязательно вас встречу. Правда? Правда. Сонечка, ты помнишь наш внезапный отъезд из Москвы? Твой отец имел несчастье влюбиться. К чему это ты? Слишком уж хороша твоя соседка. Саша, у меня влюбчиво, но это всегда ненадолго. Каждый раз переживать. Собираемся, собираемся. Пора ужинать. Ну, подождите, бабушка, сейчас иду. Да, я хотела спросить. Завтра будет бал у Подгорских. Вы придете? Кирилл Федорович, скорее, скорее к нам! Балтик стимулирован, а вы все-таки? Ну, вы вижу, тоже не гусар. Внимание, дамы и господа! Простите. Снимаю! Простите, а зачем же непременно узелки распутывать? А как раньше цари невест выбирали? Понятия не имею. А вот так. Невесты узелки распутывают, а царь в щелку смотрит. Если какая дергает, сердится, то все. Пошла вон, ленивая. Потому что царской жене путь терпения и выдержки требуется. Я помню все. Так и меня бабушка. Спасибо, голубушка. Готовила в невесты. Да, любопытно, любопытно. Но, простите, почему же бабушка называла вас шелковской казачкой? Так я и есть шелковская. Наши казаки на турчанках женились. У меня в роду тоже турки имеются. Да. Ну что ж, тогда за турок. С удовольствием.
теперь папа адмирал, да? Контр-адмирал. Лучше бы он оставался капитаном. Капитан мне больше нравится. А контр-адмирал и не выговоришь. Лучше бы всего тебе было спать. Засыпай, мой хороший. Больше с папой купаться не пойдешь. И что оказалось? И оказалось, что они, турчанки, с их гаремным воспитанием, просто палец о палец не желали ударить. К примеру, приходит путник и просит подать ему стаканчик воды. Ну, и что отвечает хозяйка? Вот Иван придет, он тебе и подаст, путник. Клевета! Ничего подобного. Клевета и наговоры. Я бы, во всяком случае, никогда вам не отказал. Боюсь, Анна Васильевна, вы бы выбились из сил. Дело в том, что я очень люблю пить. Я решительно понимаю вас. Мне вообще кажется, что вода и война для вас единственные любимые женщины на всю жизнь. Мне кажется, вы прекрасно знаете, что это не так. Во фронт! Что ж, дело уже давно повернуло на ночь. Мы загулялись. Пора расходиться. Кто знает, Анна Васильевна, будет ли нам когда-нибудь еще так хорошо, как сегодня. Спасибо вам, милый Александр Васильевич. Идите же, идите. Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна. Спокойной ночи. Я уж думала, что-то случилось. Саш. Да? У нас все хорошо? Не совсем. Ты влюбился? Если для тебя это серьезно, скажи, но ты уверен, что это серьезно? Ты уверен? Я не знаю. Я не собираюсь тебе мешать. Мы со Славушкой и мамой уедем в Петербург. Соня, я... Не надо никуда уезжать. Все будет хорошо, я обещаю. Как Славушка? Температуры почти нет. Угу. Тебя ждать к обеду? Нет, я в собрании победы. Mm.
Александр Васильевич. Здравствуйте. Звоним. Блестящая карьера. Нет, я очень хорошо понимаю, что нельзя заставить кого-то любить или ненавидеть против воли. Но мы совершили обряд венчания. И что? Ты поклялась перед Богом. Любить меня, хранить верность. Хранить верность — это как? Не ложиться в постель с другим? Ты отлично понимаешь. Если ты об этом, я тебя не изменяю. Какой ты еще ребенок. Не понимаю. Что вы крутитесь под ногами? Простите, пожалуйста. Ты... Сообщите в штаб, задание по минированию выполнено, потерь нет, возвращаемся на базу. Есть. Благодарю за службу, господа. Ну что, господа, вечером перед компанией... Александр Васильевич, мой рапорт командованию. Что за рапорт? Прошу перевести меня на другой корабль. Чем же мы вам не угодили, Сергей Николаевич? Господин контр-адмирал? Да. Радиограмма с берега. От князя Меликова всем, кто в море. Брось якорь. Ваше превосходительство! Слушаю. Получена радиограмма. Прибыл со славы. Колчак. Вступайте. Батарея открыла по нам огонь. И
что? Мы теперь мишени, Александр Васильевич. Надо уходить в море. Как тогда прикажете корректировать стрельбу? Остаемся на месте. Проверить, что за связью. С которыми служили столько. Ставьте вы меня, Александр Васильевич, при сложившейся между нами личной ситуации. Какой? Личной. Какой ситуации? И ситуация сейчас одна. Война. Бить врага, исполнять свой долг перед Отечеством. Да. Алло! Контр-адмирал Колчак, слушаю ваши коррективы. Левее 10, выше 5. Азбукой Морзе. Я старалась дома из учебника. Спасибо вам. Но сегодня мы видимся в последний раз. Что? Нам нельзя больше встречаться. А что случилось? Мы что-то не так делали. Анна Васильевна. Да? Но мы ведь даже не потанцевали. Почему, Александр Васильевич? Потому что я люблю вас. Прощайте. Александр Васильевич. Дайте мне письмо. Вся промокла. Смотри, не заболей. Ну, ладно, ладно, моя милая, поспи. Я очень устала. Ну да. Аннушка, я... Государь примет вас здесь, в парке. Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышан о вашем мужестве, об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как повелевает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении. Вы получаете звание вице-адмирала,
и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это. Пусть образ многострадального Йова укрепит вас. Благодарю. Желаю удачи. Разрешите идти, Ваше Величество. С Богом, адмирал. Я должен знать, что вы есть. Извозчик! На вокзал, быстро! Но. Быстрее, пожалуйста! Бегу, бегу! Ой, Сашу! Пардон, мадам! Два чемодана на вторую платформу, и поживее, голубчик! Добрый день, господа! Надо было, Александр Васильевич, крем от загара купить. Там ведь практически курорт. Да, в Севастополе солнце не то, что на Балтике. Вы, Софья Федоровна, когда в Севастополь собираетесь? Вечером шла у Михайловского замка, слышала, как дети спорили. Мое отдай. Нет, мое. И вдруг стало так легко и ясно, как стекло протерли. Все будет, все уже есть. Исчезло. Мое и ваше. Каждое утро я открываю глаза и улыбаюсь. Я живу, я жду. Далее. Это заберите награда, а не наказание. Потому что против всех законов физики ты отдаешь, а у тебя прибывает и не кончается. Представляете, я чувствую у себя в ладонях большой, невозможно круглый, светящийся шар. Это благодать, дар, счастье. Так бывает. Вы не смейтесь, я знаю. Я стою на пороге неведомого огромного мира. Будущее мы видим гадательно, как сказал апостол, сквозь тусклое стекло. Но пребывает с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Александр Васильевич, я... Слышала, вы будете в Петрограде? Как скоро? Март? Апрель? Почему-то кажется, что уже скоро. Разрешите? Ваше высокопревосходительство, получена срочная радиограмма. 2 марта император Николай II отрекся от престола. Власть перешла к временному правительству. Монархия пала. Временное правительство. Что это значит? Как ты думаешь? Думаю, ничего хорошего для России. Я тоже так думаю.
К нашему несчастью, Анна Васильевна, революция заслонила будущее от нас. Надвигается тьма. Куда вы нас ведете? На Кубейкину гору. Что значит, спокойно? Шагай, парень, шагай. Господа, да что же мы? Что ж мы расстались? Руки обели! Надо делать что? Мальчики, матросские депутаты! Не смей! Готовы подчиняться! Это измена Родине! Кронштадцы! Господи! Слушай мою команду! Опомнитесь! Винтовки! Война идет! Что вы делаете? Разберитесь с адмиралом! Побудьтесь в Боге! Остановитесь! Господа! Спасайтесь! Это приказ! Вы слышите меня, когда? Аннушка, здравствуй. Хорошо, что ты дома. Собирайся. Что случилось, Сережа? Адмирала Непенина убили. Как убили? Погиб? Я сказал, убили. Вице-адмирала забили прикладом. Господи, пожалуй, штыками. Звери. Сережа, звери. Я не понимаю, объясни, кто убил? Звери. Господи, да что же творится такое? Господи, Печи. Что творится? Сереженька, успокойся. Объясни. Под Куску тоже убили. Николай. Умер у меня на руках. Ведь вы не имеете права. В чем дело? Первый приказ Петроградского совета требует всем офицерам без исключения сдать оружие в целях предотвращения контрреволюционного заговора. Давайте оружие, господин генерал. Да тише ты. А чего? Мы уезжаем с тобой в Петроград. Как это? В отпуске. Зачем мы уезжаем, Сережа? Я договорился об отпуске. Да подожди. Что ты стоишь? Собирайся. Господин адмирал, я требую немедленно исполнять приказ. Пошли вон. Послушайте, господин адмирал. Пошли вон. Пошли. Пошли. Ну-ну. Ладно, мужики, на палубе разберемся. Вахтенному офицеру объявить общее построение на палубе. Подожди, Серега, как же я поеду? Мне на этот адрес все письма приходят, я жду письма. Ты можешь хотя бы чемодан помочь мне закрыть? Конечно. Кто же это такой? Ваня. Через полчаса. Если мы сейчас не успеем, нам конец. За оружие! Стоять! Стоять!
построить команду. Команде! Строиться! Вы кому подчиняетесь? Вы что, братцы, штаны наложили, что ли? Команда строится! Смирно! А? Господа офицеры, поднять оружие! Виноват. Вольно. Во избежание кровопролития я приказываю офицерам сдать оружие. Господин адмирал, ваше оружие. Господин. Сегодня не было дома, я принял почту. Тебе письма. Мне? Одно из... Спасибо. Севастополя. Странно, что почта еще приходит. Что-то я устал. Через 3 дня буду в Петрограде. Единственное, о чем мечтаю, увидеть вас, услышать ваш голос. Керенский вызывает. Я не могу не ехать. Но в Питере, говорят, небезопасно. Моряки бунтуют, рабочие. Адмирала Непенина закололи штыками. Можно хотя бы тебя на вокзал провожу? Соня, Ростислав тебя ждет. Иди к нему. Видимо, мы с вами по-разному понимаем войну. Вы своим попустительством анархии развалили армию, уничтожили российский флот. Вы не забываетесь, господин адмирал? Если я не буду иметь полномочий для жесткого наведения порядка, ваше предложение мне неприемлемо. Прежние порядки в армии для нас тоже неприемлемы. Я первым принял присягу. Я первым и покину флот. Таким образом, я открыто заявлю о том, что нынешнее положение губительно для России.
Я принимаю вашу отставку. Честь имею. Война до победы. Закон «Революционное настроение» вас следовало бы арестовать. Но, учитывая ваши прежние заслуги, я предлагаю вам выехать в Америку. Я даю вам шанс продолжить войну против Германии. Вызываете меня из России? Американцам нужен специалист, способный подготовить десант по захвату Константинополя. Моя семья осталась в Севастополе. Да-да, я позабочусь о ней. Попрошу союзников эвакуировать ее к вам, за границу. Благодарю. Я уезжаю из России. Почему? Зачем? Мы ведь... Какие у вас усталые глаза. Я люблю вас. Я буду любить вас бесконечно. Прощайте, Александр Васильевич. Я знаю, что вы есть. Готово. Ага. Помолиться-то хоть дайте. Молись, если хочешь. Слышь, веревку неси. Идемте, пока он матросов отвлек. Откройте!
Глаза, Колчак! Проверка документов! Давай! Лодка, лодка, вышибай! Пора, Софья Федоровна. Английский пароход. Через час отходит. Ну что ж, выпьем за наше желание. Даже несбыточное. Но разве от этого они становятся менее желанными? Да тебя забыл спросить! Что разводил? Говори, свояка! Мы наехали! Говори, сказал! Руки-то руки! Убери, свояка! Руками! И машину разводим! Михаил Иванович? Анна Васильевна. Боже мой. Вот так встреча. Год вас не видел. Какими судьбами? Сергей Николаевич командирован на Дальний Восток, едет разоружать Тихоокеанский флот. Сергей Николаевич, значит, теперь во власти красный комиссар. Я не вправе его осуждать. Время такое. Время одинаково ко всем. Куда вы едете, Михаил Иванович? В Омск. В Омск? Но там ведь тоже советская власть. Там нет советской власти, там Колчак. Разве Александр Васильевич не за границей? Керенский действительно высылал его за границу, но после большевистского переворота он вернулся в Россию, чтобы бороться с большевиками. Извините, Анна Васильевна, мне нужно идти. До свидания. Разрешите. Ну, проходи, Лёша. Сережа. Угу. Да. Да, и что? Ну? Колчак в Омске. И собирает армию. Ну, если это упрек, то ты знаешь, что я согласился сотрудничать с властями. Потому что они позволили уехать подальше. По брату убийства бесследовало. В Японии, в Китае. Это все ради тебя, Анечка. Я ни в чем тебя не упрекаю. Надо полагать. Но я люблю Александра Васильевича. Сейчас я должна быть рядом с ним. Ага. Я понимаю, что это жестокие слова. Но я никогда не переставала его любить. Так, ну, да, постой, постой. Постой. Сережа. Ваня. Спасибо. Ну что ты? Вот оно, время войны революции. Теперь уже все можно.
Время здесь ни при чем. Засыпал мужем. Проснулся уже, оказывается, не муж. Сережа. Я понимаю, что тебе тяжело. Но ты должен набраться сил. Ты забудешь меня скоро. Ну, это уж позволь мне самому решать. Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему Отечеству. Обещаю и клянусь служить Ему. Верховного правителя России, не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни коростью, но памятуя единственно о возрождении и преуспеянии государства российского. Осеняя себя крестным знамением, целую слова и крест Спасителя своего. Здравствуйте, барышня. Барышня, вы кого-то ищете? Лейте, голубушка, лейте. Наверное, вас. Чем я могу вам помочь? Это я бы хотела чем-нибудь помочь вам. Дорогой Александр Васильевич, я поняла, что просто больше не могу ждать. Осторожно, поехали! Помните, как я мечтала оказаться на палубе вашего корабля? Хоть бы одним глазком видеть вас. Незаметно, не мешая. Постоять рядом. И вот теперь мне выпало это счастье быть совсем близко от вас. Радоваться вашим победам, когда войска наши уже вышли к Волге. И даст Бог, мы все скоро увидим Москву. И сознавать, что в этом будет маленькая частичка моих стараний. Поздравляю вас, генерал, с успешно проведенной операцией. Благодарю вас, ваше высокопревосходительство. Но это не только моя заслуга, но и заслуга всей армии. Отступление поднимает боевой дух солдат. От союзников я слышала, что их державы вот-вот уже готовы признать вас и ваше правительство единственно законным в России. Какие бы законы мы с вами ни писали, нас все равно расстреляют, если мы проиграем эту войну. И сердце заполняется гордостью за вас, за всех, кто сражается вместе с вами. За возрождающуюся Россию. Сейчас необходимо закрепить успех и продолжать наступление по всем направлениям. Ваша цель — Уфа. Слушаюсь. Удачи вам, генерал Кабель.
И с Богом. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло уже больше года. Разрешите? Ваше высокопревосходительство. Слушаю вас. От союзников прибыл генерал Жене. Свершилось столько перемен. Идите. Слушаюсь. И как вы встретите меня? Как поглядите, я... Бонжур, мсье генерал Жене. Я даже боюсь думать об этом. Больше всего я боюсь поставить вас своим неожиданным появлением в неловкую ситуацию. Барышня. Donc, месье Жанар, la France et l'Angleterre vous ont accordé le poste de commandant chef suprême. Je suis toujours le chef de la Russie. Так, сюда кладите. Горячую воду, быстро! Давай, терпи, мой хороший. Et n'étranger, ne peut-on même pas diriger l'armée russe. Следующий, давайте быстрее. Так, вот сюда. Si je vous comprends bien, vous me proposez de commander le corps des Tchèques prisonniers pour surveiller une voie ferrée. C'est un objet stratégique important. Dès à présent, vous allez à notre allié, commandant des troupes tchécoslovaques. Merci, Amir, merci. Félicitations, général Jeannin. Недостаточно знать, что вы есть на свете, что ничего дурного с вами не случится. Иногда видеть вас издали. Знали бы вы, как я борюсь с искушением. Подойти к вам, заговорить. Я люблю вас еще сильнее, чем прежде. Вот уже который день я пишу вам это письмо, которое никогда не отправлю. Ваше высокопревосходительство, поздравляю вас с прибытием в наш город. Позвольте вручить вам хлеб-соль. Гуси спасли Рим, вы спасли наш город. Ваше высокопревосходительство, примите. Хорошо, не корову, господа. Благодарим. Вот этого я не ожидал. Красавец. Хорошо. Благодарю. Примите, оформите как подарок. Офицеры и солдаты русской армии, дамы и господа, взяты Пермь, Екатеринбург, Елабуга. Недавно генерал Капель с боем занял Уфу. Да, всего сотня верст отделяет Разрешите нас обратить. От армии Деникина. Красные прорвали фронт. Соединившись с которым мы первая и вторая армия двинемся на Москву! Ура! 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 И как сказал апостол Павел, пусть сейчас мы видим будущее как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но пребывают с нами вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Да поможет нам Бог. Вы идете на поправку. Бог милости. Слухи ходят, эвакуация будет. Куда мы их погрузим? Мы бы, Анна Васильевна, поговорили с ним там сверху, ну, о вагонах. Разве красные так близко о том? А что, пушки не слышали? Слышим. А вагонов все-таки раненым не хватит. Колчаку-то ведь некогда думать о них, а вы бы ему напомнили про нас. Говорят, того хуже. Вера, это невозможно. Пойдем покой. И потом, не так уж близко мы были знакомы. Не знаю, но не с ним. Ну потом, кто меня слушать-то будет? У меня и одеться-то не может, а вы все-таки дама. Вас и выслушает, и ручку еще поцелует. Я не знаю. Я не знаю, как вести себя в роли просительницы. Голубчик, ну что вам стоит? Барышни, барышни, там раненых офицеров привезли. От своих же. Я схожу. Пойдемте, пойдемте.
Это очаги восстания даже в глубоком тылу. На фронте того хуже. Я уже не говорю о постоянной нехватке боеприпасов и провианта. Это красные, господа, перешли Тобол. Да, алло. Это приемная ставка верховного правителя. Потеря Омска – это потеря всего. Защита Омска равнозначна потере армии. Когда позвонить? Я согласен. Мы не можем рисковать армией. Господа, ваше высокопревосходительство, решение может быть только одно. Омск удерживать последним напряжением сил. Да, да, правильно. Конечно. Это да. Да, клянусь. Господом вашим, я с вами. Армия Капеля еще сдерживает большевиков, но бросить фронт ради защиты Омска... Здравствуйте. ...начало бы катастрофу. Да что вы нас пугаете? Сдать Омск, вот катастрофа. Абсолютно. Прошу прощения, господа. Я только что с фронта, поэтому не успел привести себя в надлежащий вид. Разрешите, Александр Васильевич? Прошу. Неважная новость, господа. Измена. Второй украинский полк перешел на сторону противника, оголив центральную часть фронта. Красные на подходе к Омску. Еще неделя вторая, и они будут здесь. Вот такие дела, господа. Вам решать, господин верховный правитель. Местом центральной власти назначаю Иркутск. Приказываю начать эвакуацию из Омска. Мы приносим эту жертву во имя спасения армии для дальнейшей борьбы с большевиками. Куда пришли большевики? Премьер-министра, то есть ваш, господин Пепеляев. Хорошо. Виктор Николаевич, потрудитесь узнать, как идет погрузка раненых. Да, конечно. Здесь будет располагаться канцелярия. И последнее КБ предназначено для телеграфных переговоров. Это здесь. Александр Васильевич. Можно вас? Что? По-моему, я только что видел Лисянну Васильевну. Милейший, еще раз. Александр Васильевич, санитарные вагоны забиты полностью, даже этих легких некуда класть. Рвачком не богатым. Открывайте вагоны. Не имею полномочий, мадам. Освободите второй вагон. Это там же купцы и промышленники. Они заплатили им? Вы приказ слышали. Исполняйте. Ну, вы бедные. Ранен, грузите. Есть. Они в госпитале должны лежать, и вы хотите, чтобы они нас не вылежали? Мне все равно. Делайте, что хотите. Я не знаю. Немедленно что-то предпринимайте. Я не могу. Дорогая Анна Васильевна, один раз в Петрограде я уже совершил непростительную ошибку, расставшись с вами. Более я этого повторять не хочу. Вы поедете со мной вместе в одном вагоне. Я не знаю, согласитесь ли вы отныне быть всегда рядом. Утром, вечером, потому что иначе я не могу без вас. Милая моя, обожаемая Анна Васильевна. Yeah.
Рождество. А где же ваше кольцо на осень? Я давно его сняла, а вы не заметили. Сегодня я написал письмо Софье Федоровне. Прошу развода. Я не знаю, сколько времени опустил меня Господь Бог, но я хочу оставаться перед ней до конца честно. Скажите мне, вы станете моей женой? Александр Васильевич, мы наконец вместе. Разве этого мало? Анна Васильевна, я задал вам конкретный вопрос. Почему вы молчите? Мы с вами так и не выиграли за Рождество. Задержали наш эшелон. Эти сволочи решили сначала свои 20 тысяч вагонов с награбленным барахлом прогнать. Но, может быть, очередь дойдет до нас. Черт знает, что себе позволяет. Конвой в ружье. Первое отделение со мной! Живее! Вперед, канал! Занять позицию! Майор, остановка поезда Верховного – это измена. Адмирал только что поднял в ружье конвой. Приказ генерала Шанена. Генерал Шанен подчиняется приказам адмирала Колчака, Верховного правителя России. Господин премьер-министр, в Иркутске восстание. Что? Вам некуда ехать. Разрешите. За нами движется армия Капеля, и мы в состоянии подавить любое сопротивление. Да. Разрешите? Слушай. Александр Васильевич, телеграмма со станции Коломзино от Капеля. Разрешите идти? Свободы. Миновал Коломзино. Идет напрямик. Срочно соединитесь с генералом Капелем. Ваша армия любой ценой должна дойти до Иркутска, в городе восстания. Я выдвигаюсь туда же. Выполните свой долг честно. Благодарю. Коня. Ступайте. Слушайте.
Что со связью? За штабом связи нет. Похоже, линия оборвана. Вызывайте. Штаб уже здесь. Владимир Оскарович, как вы здесь? Там же все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма от Колчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город никто не сможет. Надо наступать. Основные силы подтянутся? Уже в пути, но пока не подтянутся. Нас здесь перебьют. Да будем в бою. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение. Славный.
Si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas écraser l'insurrection à Irkoutsk, général Jana. La situation est complexe. Vous devez assurer l'avance de mes échelons à Irkoutsk. Les Tchèques ont annoncé qu'ils remettent toutes les obligations des alliés, qu'ils déclarent neutres et qu'ils rentrent à la maison. Ils sont fatigués et irrités. Amiral, le chemin du retour est déjà bloqué par les routes de l'armée. Ma garnison est bloquée de la ville, je dois être là-bas. Mais les Rouges ne vont pas se risquer à vous toucher. Si vous allez à Irkoutsk dans le convoi de l'armée neutre tchèque, sous la bannière des alliés. Aujourd'hui, les sorts de la guerre dépendent de la rapidité de mon arrivée à Irkoutsk. Vous n'avez pas d'autre choix que de me faire confiance. Je vous donne ma parole d'officier. Je vous garantis votre sécurité. Приказ. До Иркутска со мной следуют только офицеры конвоя. Личный состав остается с эшелонами в Нижневодинске. Господин Удинцов, время. Да. Господа офицеры, прошу в вагон. Ну что, господа, ехать так, ехать. А куда ехать? Благодарю. Господин адмирал, на станциях из вагонов прошу не выходить. Возле окон не стоять. Никому никаких сведений о себе не передавать. Это похоже на арест. Нет, господин адмирал. На станциях бунтуют рабочие, требуют видеть вас. Сергей Николаевич рассказывал. Прошу. Благодарю. Эх, двинуть бы сейчас кабель. Ходят слухи, что чехи разоружили наш гарнизон в Иркутске. И на что только адмирал надеется? У кабеля за спиной 2000 километров. 40-градусный мороз. Вы знаете, он удивительно светлый человек. Я обязательно его вам представлю. Я с удовольствием с ним познакомлюсь. Александр Васильевич. От курса на 20 километров. Будем форсировать реку. Прибавь шагу. Шире шаг! Не растягивайся! Шире шаг!
превосходительство, руку! Перебраться надо. Все равно надо. Сапоги, сухие. Сухие сапоги сюда! Да скорее! Несу. Не надо. Отставить, поручик! Не хватало, чтобы вы заболели. Нет. Пешком пойду согреть. Же... Надо спешить, господа. Спешить. Да оденьте сапоги! Это приказ. Исполняйте. Я только что получил сообщение. Наш гарнизон в Иркутске пал. Капель движется к городу, и я должен там его встретить. А вы, Анна Васильевна... А я буду с вами, где бы вы ни были. Не спорьте со мной. Милая моя Анна, в какую же скверную историю вы попали? И за что к вам такая немилость? Я была с вами. И это лучшие дни в моей жизни. Но я жалею об одном. О чем же? Нам с вами так и не удалось потанцевать. Обещаю, что на первом же балу мы будем танцевать с вами до упаду. Извините. Да. Разрешите? Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Васильевич, офицеры по вашему приказу прибыли. Я давно не танцевал. Господин адмирал сам распустил конвой. Хочешь, я останусь? Нет, не хочу. И что ты мне прикажешь делать? Жить, Миша. Жить оно всегда лучше. Иди, иди. Найди Соню, Ростислава. Обними их. Скажи... Так что положение ваше хуже некуда, господин Жанен. La situation est bien pire qu'on aurait pu l'imaginer. Железнодорожники бастуют. Решили тут пути разобрать. Les cheminots font aussi la grève. Еле отговорил. Ils ont même commencé à démonter la voie. И еще.
Рабочий комитет принял решение взорвать кругбайкальские тоннели. Les ouvriers ont décidé de faire sauter le tunnel du Baïkal. Monsieur... Товарищ. Excusez-moi, camarade. Camarade, товарищ. Je vous remercie de votre amabilité. Я благодарен вам за проявленную любезность. А куда вы денетесь, господин Жанен, без железной дороги, с вашими чехами? Et que pouvez-vous faire sans chemin de fer? Je vous ai convoyé. Я вас понял. Que voulez-vous de moi? Что вы хотите? Мы требуем передать Колчака полицентру. Veuillez préparer l'ordre d'extradition de Kolchak au policentre. D'après le commandant allié, je me suis engagé à le protéger. Non, il y a danger de rien à его. Ну что ж, раз обязаны, значит, охреняете. Vous vous êtes engagé, alors il faut le faire. Только что мне сказать рабочим, которые требуют выдачи Колчака? Et que dois-je dire aux ouvriers qui demandent Kolchak? Не дошло бы до самосуда. J'ai peur qu'on arrive à une justice sommaire. Тогда за вашу безопасность. Не отвечаю. Et de votre sécurité, je ne réponds plus. Camarade! Да скорее же ты! Давай! Обойдется, а, доктор? Не обойдется. У вас обморожение нижней конечности. Началась поднимающаяся гангрена. К сожалению, не обойдется. Что ж. Сыну твоему вытерпеть нечеловеческие муки. Дверь закройте. Ну, с Богом. Господин Колчак. В чем дело? Собирайте ваши вещи. Здравствуйте. Мы передаем вас местным властям. Каким властям? Иркутскому политсовету. Господин Колчак, соберите вещи. Госпожа Тимирева? Извините. Ничего.
адмирал. Господин адмирал. Что? На минуту, пожалуйста. Прошу прощения. У вас оружие есть? Да. Прошу. Спасибо. Александр Васильевич, что же это? Не трогайте меня руками. Господин Пепеляев, не надо нервничать. Суд разберется. Занан же обещал, что... Слышно, компан, Фидель, Учика. Господин Колчак, минуту, подождите здесь. Я требую! В чем дело? Анна Васильевна, зачем вы здесь? Я требую, чтобы меня арестовали. С дороги назад. Госпожа Тимирева. Анна. Ордера на ваш арест нет. На каком основании? На том основании, что я жена адмирала. Я прошу вас, не делайте этого. Позвольте мне хоть раз ослушаться вас, Александр Васильевич. Ваше право. Владимир Оскарович, я еще раз настаиваю, чтобы вы... Я вам еще раз говорю, норме не брошу. Бог милостив. Господин адмирал, пройдите в камеру. Господин премьер-министр, прошу. Что? Как там? Плохо. Слышали? Говорят, как
защите, адмирал. Однако, как посидет. Стойте, барышня! Не велено вас больше к нему подпускать. Ну, только мигом, Анна Васильевна, вы уж не подведите. Здравствуйте, Анна Васильевна. Войска капели под Иркутском. Скоро нас освободят. Любимый мой, родной. Мы выйдем отсюда. Они выдвинули ультиматум. Откуда знаете? Соседняя камера настучала. Что требует? Освободить вас. Теперь эти будут спешить. Нет, нет. Капель решительно успеет, иначе и быть не может. Что ж ты, Анна Васильевна! Ну, пора. Идите. Идите. Не велено, но я так уже. Господин Колчак. По поручению Иркутского революционного комитета мы пришли объявить вам постановление, касающееся вас. Я понял. Можете не утруждать себя продолжением. У вас есть какие-нибудь просьбы? Заявления? Разрешите проститься с женой, Тимирёвой Анной Васильевной. Это невозможно. Что-нибудь еще? Да, здесь. Спасибо. Вам глаза завязать? Нет. А вам? Спасибо, не надо, я так. Хотите что-нибудь сказать? Прошу передать моей жене в Париж, что я благословляю своего сына. Сколько ж у вас жен-то? Ладно, передам. Что, уже...
Давай. Прощайте, адмирал. Прощайте. Цельс! Пли! Это точно она. 30 лет лагерей. Жена заклятого врага революции. Сергей. В нашей патриотической картине. Вы просили. Здравствуйте. Это не она. Нет, нет. Черные, большие. Больше. И потом неизвестно, реабилитирована ли она. Ухай. Вам это нужно? Тише. Извините, Анна Васильевна. Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо? Где? Приготовились к репетиции. Приготовились к репетиции. Товарищи, товарищи, перерыв окончен. Всех участников съемок прошу пройти в павильон. По местам. Сергей Федорович, там кареты привезли. Вы посмотрите. Да. Хорошо. Ну что? Этого массовского не брать. Ясно. На репетицию, товарищи. Побыстрее. Прошу вас. Заходим в павильон участники съемок. Быстрей, быстрей, быстрей. Дали по местам. Тихо, тихо, тихо. Лишние из кадра. Монограмма. Вальс. Официант, пошел. Сегодня снимать не будут. Вы свободны. Прекрасный бал.
ничем нельзя помочь, и все уходишь ты опять в ту роковую ночь. А я осуждена идти, пока не минет срок, и перепутаны пути, схожены.